Следующий вид у нас финальных соревнований мирового кубка вызова – Брусья. И уже начинает первый сейчас выступать представитель Индии Ракеш Патра. Не устаю удивляться. Мы не часто видели вообще на брусьях, честно говоря. Ты как сказал, Индия, так я посмотрим. Опа. Вот здорово элемент, она как сальто с поворотом в упор, в плечи. Это Индия, товарищ? Опять хорошо элемент. Большой оборот. Ну, пока такие, да, несложные элементы показывает, но... Это Индия. Тем не менее. А здесь же сидит. Пятку есть, так, да? Здесь хорошо, Бавсар. И смотрите, залет сделал, какой здорово. И четкий не угол. Каждый вот после этого элемента выходит таким образом сразу. Да? Фиксирует угол прямого. Я не знаю, все-таки это мужская гимнастика. Так. Да ты посмотри, все-таки он умеет, соображает. Вот здесь ножки опустил, надо было сразу одним движением в стойку выходить. Много хочешь. Трясет, трясет его прямо он на снаряде, не уверен. Индия. Опа! Ух ты! Воткнулся, ну опа! Молодец, мне нравится это, как фиксирует приземление, умница. Ну, конечно, теперь мы можем выдохнуть и сказать, Имин пытался, вам все это подсказывал. Ну, конечно, походу были ошибочки. Хорошо, да, ему прям вот, как говорится, повезло. Вот все от начала до конца, прям на каждом элементе у него... Пожалуй, мне понравился получалось. Вот Бавсар, да, такой перелет Качева. Сейчас на повторе обязательно мы его посмотрим. Это получилось здорово. Да. А все остальные элементы, казалось бы, он хотел вроде бы четко показать, вот но из-за того, шикарный, что... Да, это сальтовый сальто с большого оборота, с поворотом. Да. Ну, в общем-то... Ну, ты знаешь, он не выглядел каким-то таким немощным, не слабым. Он мне, да, молодец. Откровенно говоря, понравился своим усердием. Вот, смотри как, опа, и сел в угол. Да. Отлично. Нет, здорово. Ну, несмотря на то, что у него восьмой результат и самая слабая база практически из всех финалистов, но тем не менее... Это говорит о том, что нас ждет сильный финал. Индию мы... Индивид... Нет, из Индии, да. Не видели. Молодец, просто молодец. Нет, хороший парень. Просто хороший парень. Вот, ну, в общем-то, финал правда будет интересным. Будет, Имин. Вот мы сейчас посмотрели девичий финал. Ну, должны честно признаться, конечно, он слабый был по составу. А и мне не хочется забыть финал прыжкового мужского, где мы с тобой потратили немало эмоций. Теперь, когда этот индийский гимнаст выступает и довольно...